Семья художников Владимир и Виктория Кириленко уже выставляла свои картины. В рамках проекта «Сочи. Родина богов» работы сочинцы выставляли по всей России. Начался тур на Дальнем Востоке, а закончился в столице Испании. На этот раз художники решили коснуться темы футбола. «Футбол и вечность» уже был представлен в Калининграде. На сегодняшний день 30 работ уже находится в Москве в новом стадионе «Спартака». Для московского клуба уже готов и подарок. За основу взята картина «Удача», но в каждом городе, к примеру, если это будет там другой город, там будут какие-то достопримечательности города, некий там знак, там символ. Первую картину, которую мы передали в Калининград, там вместо «Спартака» там сочинский морвокзал и сочинские аллегорические символы такие вот. То есть и она как бы с такими изменениями идет. Такие картины будут созданы и подарены каждому городу, где пройдет чемпионат мира по футболу 2018. Там же развернутся и выставки художников. А для своих сочинцев Владимир и Виктория Кириленко подготовят более масштабную экспозицию.